Катя читает комментарии, которые ей пишут поляки. Не мне пишут, а бабуле пишут. А, бабушке пишут. Я ходила, снимала видео возле Касторамы, вечерняя Польша, и там было много хризантем. Да, и тут поляки мне пишут, не мне, а бабушке пишут комментарии, я стараюсь прочитать. Вы, Мишелич, быч в Касторамі, вы поблизу 1 листопада, це як у нас листопада. Мушеліще, там, наверное, написано. Мушеліче, да? Мушеліще. Ну, не мішай мені. Ну, хорошо, давай дальше. Не мішай мені. А потім це переведеш. 1 листопада в Польщі день змерлих. Хризантеми в Польщі, то це квіти змерлих. Є це ставлять тільки на гробах, а поблизу єден, ну, єдничка, єден листопада хризантеми спреда, спше, от це пшедає в всіх склепах, навіть споживничих. Тільки того дня польце гремільне нюса хризантеми на гроби своїх близьких і до того, як українська мова, і до того з ніч. Ага, і до того в ніч. Вот, а ви пишете... Ні, не з ніч, не в ніч, а з ніч – це свічки, які вони ставлять. З ніч, з них, з них, да? З ніч. З ніч, і до того з ніч. Твердое чи. Ну, давай дальше. Біля квітів в ніч. Внусто запальничих, ага, все запальничих знич. Так виглядає польські гроби свято змерлих. 1.11, то і сьогодні. Сьогодні 1.11, ось сьогодні ви обіцяли свозити нас під вечірок на кладбище посмотреть. Вот. Ну, як я прочитала? Так, перевожу. Ну, переведи, да, тепер, то, що ти прочитала. Були... А, і, кстати, отнесем хризантемки. Ми ж купили хризантемки поставить на стол. Ну, потому что у нас хризантемы, ну, это нормальный цветок, который могут подарить даже на день, ну, ну, на день рождения, это да. Это мои любимые цветы, у меня день рождения скоро, я только люблю крупные. На 1 сентября их учителям тоже, да, у нас дали. А у нас проводы, получается, на, идут на 9 мая, это тюльпаны. Ну почему, не обязательно на 9 мая? Ну ближе, мая. Там подарят. Через цветет. Неделю после Пасхи. Ну после Пасхи, это весенние цветы. Тюльпаны такого плана, что у нас хризантемы, они как обычные цветы. Дарят в школу учителям, на подарки несут. А мы пришли, приехали, купили дома, поставили на столе. Вот, вот, покажи. А теперь сегодня это будет куда-то отнести на какое-то кладбище, поставим туда, как общий. Ну мы не знали, но что, понравилось, мы купили, дешево, 7 злотых. Так, ну все, а я не перевела еще? Не, не перевела. Так, и вы были в Касторамі поблизу 1 листопада, да, мы 32 числа ходили позавчера. И в Польше, и то квитов, и квиты, квиты померли. В Польше ставят только на гробах. И поблизу 1, и близко 1 листопада. Продаются они во всех магазинах, даже и в склепах продуктовых. И только в Польше несут множество свечей еще. Да, свечей там уже сейчас много горит. Проезжали возле, где дочка учится, напротив кладбища там у них есть. И до того и свечей, да. И так выглядит польское кладбище в день святых, святого, подожди, в день всех святых, да. Что, они прям ночью идут? Прям ночь? Или когда стемнело? Ну, ночью я не знаю, но они ходят целый день. Ну, а дети? Тоже дети ночью тоже идут? Ну, интересно, поедем посмотрим сегодня. Сегодня день всех святых. Ну, там на кладбище они не пьют, как у нас начали набухиваться. Вот, и... Этот. И не едят. А у нас и едят и пьют, но я не люблю. А конфеты тоже не несут? Нет. Нет? Свечки, цветы. А, просто свечки и цветы. Ну, кстати, наравне с хризантемами очень много пластиковых цветов. Ну, их много, как раз около Анинова колледжа, там же прям много. Хотя я последний раз несла маме на кладбище только живые цветы. Ну, вообще, да, лучше купить живые. Но бывает, например, у людей, если где-то недолго не тут живут, они и такие, ну кто как. А я помню, даже мы, когда были на Западной Украине, в Карпаты ездили,
когда это было, 2017-16, где-то тогда. И там прямо на дороге стояла такая небольшая капличка на остановке, стояла Библия, мог любой сесть, почитать. И там было написано, что запрещено на кладбище нести пластиковые цветы. Ну тут и проезжали, кладбища прям такие довольно аккуратные, нету таких гор мусора, где-то они потом забирают. Ну, наверное, около кладбища, потому что мусорные машины тут каждый день вон ездят. И множество, и мусора нет, как у нас целый город, так что. Поедем, посмотрим сегодня на кладбище. Сегодня день всех святых, а завтра день задушный. Я так понимаю, что это они, что будет мша. Ну, то есть это служба. Угу. И будут вспоминать всех своих умерших. Ну, наверное, тоже в костёле, наверное. Ну, да. Да-да, в костёле. Так что так, хризантемы, оказались, это оставят только на кладбище. Вот.